Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель», у студії Маргарита Шубукова. Добрий день. Гомельська область поширює міжрегіональне співпрацівництво з Російською Федерацією. Сьогодні у Гомелі проходять перемови з делегацією Пензенської області. Які накірунки партнери лічать найбільш перспективними і наскільки реальні досягнуті домовленості, ведає Олег Сенцюров. Сёлета товарооборот помеж Гомельской и Пензенской областями стал около 5 миллионов долларов. Не глядя на становчее сальдо, достигнутые объемы у Гомельским облвыконками оценивают как недостатковые. Сярод наибольш перспективных накерунков – супрацовництво у живелогадовли и сельскохозяйственном машинобудовании. Увогуле контакты помеж регионами и их керовниками сёлета можно охарактеризовать как активные. У лютом делегация Пензенской области наведала Гомель. У вересні представники областей провели перемовы у рамках другого форума регионов, який прошел у Сочи. Тоді ж, до речі, було підписано і погоднення об співпрацівництві у гандлево-економічній, науково-технічній і культурних областях. Під час цього візиту росіян розмова об конкретних накірунках. Сьогодні на палітках Пензенської області техніка «Гомсельмаша» складає 40% від агульного парку сільськогосподарчих машин. З оліком того, що вона зарекомендувала себе з самого ліпшого боку, росіяни не супроти протягнути поставки, причому усієї лінійки, від невеликих комбайнів для фермерських господарок до могутних для буйних витворців, що між тим не виключає для гомельчан необходимости працевать в условиях постоянной конкуренции. У Пензи навод створили специальные научальные классы, где будущие обладатели техники выучают все ее плюсы и минусы. На сегодняшний день там два комбайна, это Полесье 8, Полесье 10, и мы рассчитываем, что эта линейка будет рассчитана, расширена вплоть до 14 модели, чтобы студенты могли уже видеть новую современную сельскохозяйственную технику, и после того, как они закончат учебное заведение, у них уже сложатся свои предпочтения и понимание, какую правильную сельскохозяйственную технику нужно использовать на полях. И еще один перспективный накерунок супрацовництва Гомельской и Пензенской областей – живелогадовля. Сегодня наши партнеры – одни из основных вытворцов молока у России. Тут поспехово працуют несколько буйных живелогадовчих комплексов. Але теперь у стратегии развития галины уносятся коррективы. У Пензи вырешили выучить белорусский опыт по открытию относно невеликих ферм. Такие могли бы створать представники малого и среднего бизнеса. Мы заинтересованы, чтобы наш опыт, который мы имеем в развитии животноводства, безусловно, был использован на территории Пензенской области. Возможны варианты поставки нашего оборудования, возможны варианты строительства компактных каких-то ферм, ну и в целом все сопутствующее к этому виду бизнеса, безусловно, мы могли бы поделиться нашим опытом. Олег Сенцюров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». У Білоруським державному університеті транспорту пройшов обласний етап республіканського конкурсу «Студент года 2015». Перед членами жюри стояла непроста задача. Їм треба було вибрати з 8 інтелектуальних і талановитих претендентів одного найбільш одореного в учобі і творчості, який представить Гомельщину на фіналі у Мінську. Організатором конкурсу «Студент года» з'являється Білоруський республіканський союз молоді при підтримці Міністерства едукації Республіки Білорусь. Відказний за відовішне шоу регіонального етапу – обласний комітет БРСМ. За тим, як проходила напружена конкурсна боротьба у Гомелі, сочила наш кореспондент Вероніка Ворошилина. Енергічне, артистичне, кемліве, рознобаково творче і інтелектуально розвите. Менавіта таких претендентів об'єднала яркое обласне споборництво за гонорове звання «Студент года 2015». У діло конкурсі прийняли представники усіх вищих навчальних установ Гомельщини. Гета, без перебільшення, ліпші з ліпших студенти нашого регіону. Представлені найкращі студенти Гомельщини. Почему самое лучшее? Потому что среди условий, обязательных условий положения, для того, чтобы стать участником областного отборочного этапа, необходимо, помимо того, что иметь творческие достижения, участвовать в научно-исследовательской деятельности. И кроме этого, иметь балл успеваемости не ниже 8. Стипендіати престижних державних премій, удільники міжнародних конкурсів і конференцій, активісти студентського самокерування і Білоруського республіканського союзу молоді. На сцені їм треба було переодолити некілька непростих творчих випробуванняв. Наприклад, оригінально представити себе і свою вищу навчальну установу. До візитки конкурсанти підійшли неординарно і креативно. Конкурсанти блискуче виявили себе так само у конкурсі ораторського майстерства. Презентація особистого творчого портфоліо, відеоролика і авторського проєкту, реалізованого у цьому році.
Усе авторские номеры конкурсантов были подобны только у одним – особистым бачанию каждого из них питания, каким повинен быть соправдный студент года. Студент года – это человек разносторонне развитый. Абсолютно во всех направлениях он имеет какие-то успехи в учебе, в творчестве, в общественной жизни своей области, своего университета. Это действительно человек должен быть, в первую очередь, с душой, которую может сопереживать и чувствовать. По выниках усих конкурсных выпробований у гоноровое звание «Студент года 2015» завоевала студентка другого курса филологического факультета Гомельского державного университета имя Франциска Скорины Ганна Плохотнюк. Садку на всех ведомых святах спевала, танцевала я, а у постановках мама с татом играли, разом вся семья. У хуткім часі гэтая прыгожая, таленавітая і высокаадукаваная дзяўчына адправіцца ў Мінск, каб прадставіць Гомельшчыну ў рэспубліканскім фінале конкурсу «Студэнт года 2015». Пажадаем ёй творчых поспехаў і бездакорнага выступлення на сталічнай сцэне. Вероніка Варашыліна, Ігор Марышчанка, телерадыёкампанія «Гомель». Добрый вечер, Гомель. У «Один голос» провітали областный центр удельники экспедиции на остров Мадагаскар, якая завершилась не так давно. У ее складе было шатер гомельчан и жихар Нароулі. Члены экспедиции – вандровцы-аматоры на шале с туристом-профессионалом. Вядомым фотографом Юрием Беруковым станут сегодня гостями студии телерадокомпании «Гомель». У программе «Успамины и уражені», уникальные фото и видеоматериалы, которые вандровцы привезли с тур-поездки довжиньою у месяц. Глядите программу «Добрый вечер, Гомель» сегодня у 19 годин на телеканале «Беларусь-4». У областной универсальной библиотеке презентовали персональный выставочный проект «Искры життя». Свои фотоработы, живопись и графику им представил гомельчанин Артур Шнейдер. Займаться творчеством автор начал еще в раннем дзяцінстве. Захаплялся маляванием, удельничал у разностайных конкурсах. У старейших классах начал займаться и фотографией. У гэтай ж годы захапился разьбой и размалевкой по древе. У конце 90-х начал спробовать себе у живописи. Затем скончил белорусский университет. Университет культуры по специализации культуролог. Зараз займая посаду уголовного специалиста Уголовного управления идеологичной працы культуры и по справах молоди Гомельского облвыканкама. Кажа, до гэтага по обовязку службы приходилось организовывать столько чужие выставы. И вось нарэшце мастаку и самому пропоновали открыть персональный проект. Первый рисунок, первый опыт, наверное, у меня был 4 года. Это мне мама рассказывает, как я прослушал по радио сказку, нарисовал рисунок по этой сказке. Была такая передача «В гостях у плюшевого мишки», по-моему, так. Но это очень давно было, это в 70-е годы было. И мама мой рисунок отправила в большом конверте на Минск, Красную 4, на республиканское радио. И я сидел у радио, прислонившись, и слушал. Там называли, что это такой велизный конверт. И достали мой рисунок, и этот плюшевый мишка меня очень хвалил тогда. Это была первая проба, наверное. Сярод іншых яшчэ одно захапленне Артура Шнейдера – ствараць копіі картин вядомых мастакоў, у прыватнасці Айвазовскага і Саурасава. Адзін з прыкладаў можна ўбачыць і ў экспазіцыі новага выставачнага праекта. У цэлым тут каля 30 работ, сярод іх і самае першае з маляўнічых – палатно пад назвай «Зіма», якое было напісана чвэрць стагоддзя таму. І на гэтым пакуль усё. За развіццём падзей сачыце па нашых выпусках. А я з вамі развітваюся. Да пабачэння.